большая беда. Скорая помощь мчится туда. Успели, приехали. Вот этот дом. Встречайте машину с красным крестом. Мама в отчаянии, бабушка плачет. Лежит и дышит маленький мальчик. То ли объелся, то ли простудился. Может быть, чем-нибудь он заразился? Что с ним в истерике? Папа кричит. Спокойно, сейчас разберутся врачи. Так, все понятно, врачи говорят. Это во всем виноват шоколад. Бедный Андрюша, любитель конфет, скушал нечаянно целый пакет. Если его аппетит не